Врач Баварии Ханс Вильхельм Мюллер Вольфарт, уволенный Гвардиолой, рассказал об отношениях с Пепом в автобиографии: «У Гвардиолы низкая самооценка, и он делает все, чтобы скрыть это от других людей. Из-за этого кажется, что он живет в постоянном страхе. Не столько в страхе поражений, сколько в боязни потерять авторитет и власть. Он знал все лучше. По его мнению, 5-минутной разминки было достаточно, но это не могло закончиться хорошо. Видимо, он видел во мне исполнителя команд, которому он мог бы приказать каждый раз, когда захочет. В один из таких моментов я накричал на Гвардиолу и так сильно ударил кулаком, что тарелки и чашки звенели. В первый раз за все годы в Баварии мне пришлось повысить голос», цитирует книгу «Гол». Врач был уволен из Баварии в апреле 2015 года после почти 40-летней работы в клубе. Поводом для отставки стало поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Порту, которое, по мнению Пепа Гвардиолы, стало следствием обилия травм. Ханс Вильхельм Мюллер Вольфарт вернулся в Баварию в ноябре 2017 года после ухода испанца из немецкого клуба. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме.